Доброе утро, Бокер Тов. Сегодня мы продолжаем говорить о глаголах побудительного действия «Настоящее время». Этот материал является продолжением материала номер 163. Кто не видел, я рекомендую посмотреть, потому что какие-то вещи вам могут быть непонятны. Итак, мы возьмем сегодня новые глаголы, изученные в материале 163, и несколько новых существительных и других частей речи. И начнем строить предложения. Будем работать с этими глаголами. Итак, я напоминаю, что в данном типе глаголов мы берем глагол. Кто еще плохо знает буквы, можно ориентироваться по транскрипции. Мы берем глагол, например, «мезиз», «двигает», «сдвигает». Я хочу сказать, я двигаю стол. Я говорю, они мезиз шульхан. Если женщина скажет, я двигаю стол, то нужно добавить окончание, характерное для слов женского рода, данного типа глаголов, окончание а. То есть буква гей прибавится к слову. Получится мезиза. Прибавляем букву «эй». Например, женщина скажет «я сдвигаю стол». Это будет звучать «они мезиза шульхан». И если мы сдвигаем стол в множественном числе, мы прибавим окончание «им». Напишем здесь, вот если я добавлю «мезизим», я добавил окончание «им». «Мезизим». Например, «анахну мезизим шульхан». Мы сдвигаем стол. Я напоминаю вам, что в настоящем времени слова совпадают в трех лицах. То есть в форме мужского рода. «Они мезиз» – «я двигаю». «Ата мезиз» – «ты двигаешь». «У мезиз» – «он двигает». Слово «мезиз» одинаково звучит во всех лицах. Если мы возьмем форму женского рода, единственного числа, то это будет «мезиза». «Они мезиза» – «я двигаю». «От мезиза» – «ты двигаешь». «И мезиза» – «она двигает». Соответственно, во множественном числе «анахну мезизим» – «мы двигаем». «Атем мезизим» – «вы двигаете». «Эм мезизим» – «они двигают». И во всех словах остальных точно так же. Итак, возьмем несколько новых слов, например, «друг», «хавер». И давайте скажем, «друг приносит Свете цветы». Цветы, прохим, тоже новое слово. «Хавер меви прохим ле света». «Ле» – это предлог направления. «Ле» – куда или кому. «Ле света» получилось по направлению к свете. «Свете» можно сказать, что предлог «ле», или он может звучать «ла». Это предлог, который нам который служит для образования дательного падежа. «Кому», «чему». То есть «ле света» мы переведем как «свете». Давайте возьмем следующее слово. «Хавера» – «подруга», «хавера». И давайте скажем, «Марк приносит цветы подруге». «Марк меви» – «приносит прохим ле хавера». Возьмем слово «хаверим» – «друзья». И давайте скажем,
друзья, ну, например, так, друзья не приносят цветы, друзья приносят водку, например. Хаверим ло мевиим прахим, хаверим мевиим водка. Друзья приносят водку. Возьмем следующее слово. Мениях, глагол мениях. Мы переведем его как кладет или предполагает. Полагает. Мы сейчас начнем строить относительно сложные предложения. И мы добавим что как союз. То есть для связки слов в предложении. Например, я скажу, я предполагаю, что Николай живет в Тель-Авиве. Например, они мениях, я предполагаю, ше, что Николай гар бе Тель-Авив. И для тех, кто будет писать на иврите, имейте в виду, что слово «ше», частица, пишется слитно с последующим словом. Мы уже говорили, запоминаем, что в иврите все однобуквенные части речи пишутся слитно с последующим словом. То есть «ше Николай», «что Николай» мы напишем слитно в иврите. Давайте еще несколько предложений составим. Например, давайте скажем, Таня предполагает, что в августе она летит в Мадрид. Мы скажем, Таня мениха, обратите внимание, что у нас здесь получилось. Если мы добавляем букву гей, то хет уже не последняя буква в слове, поэтому она не должна звучать как ах, а звучит просто как х. Мениха получается. Итак, Таня мениха ше бе август и таса ле Мадрид. Давайте скажем. Мы предполагаем, что друзья приходят в субботу. Анахну менихим шехаверим баим бе шаббат. Мы можем обходиться в иврите, так же как в русском языке, без будущего времени. Вместо того, чтобы сказать «я приду», можно сказать «я прихожу». «Я прихожу в субботу». По смыслу, как «я приду в субботу». В иврите это тоже вполне допускается, нормально. Поэтому пока мы можем обходиться без будущего времени. Давайте скажем. Они предполагают, что Света приносит шоколад. Мы скажем «эм менихим ше света мевиа шоколад». Давайте скажем «я приношу шоколад из комнаты на кухню». Они меви, это если я говорю, да, мужчина. Они меви шоколад ме хедер ле мидбах. Если женщина скажет то же самое, она скажет они мевиа шоколад ме хедер ле мидбах. Слово мениях, мы уже говорили, означает в том числе кладет. Давайте скажем, мы кладем шоколад на стол. Анахну
меніхім шоколад аль сверху на шульхан. Анахну меніхім шоколад аль шульхан. Например, давайте скажем, мы не кладем собаку на стол, к примеру. Анахну ло меніхім келев аль шульхан. То есть то, что от вас сейчас требуется, составлять как можно больше предложений из изученных ранее слов. Смотрите на эту схему, и все, что приходит в голову, составляйте предложения, желательно их писать. Кто не умеет писать на иврите, пишите русскими буквами транскрипцию, потом читайте. Таким образом будет легче запоминать. Успехов вам в изучении иврита. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми материалами. До свидания.